Азиатские игры часто сравнивают с олимпийскими, но по уровню новаторства и культурного разнообразия дисциплин Азиаде нет равных. Помимо киберспорта, в программу соревнований включены малайский волейбол, сепак такрав, пакистанская командная игра кабади, китайская ушу и узбекистанская борьба кураш. Эти игры пришли к нам из глубокой древности и сами по себе являются памятниками культуры. Албатта, Осио, мамлекетларыны. Узбекистан с 1994 года регулярно принимает участие в азиатских играх. Наш национальный вид спорта кураш является также частью этих соревнований, что способствует популяризации данного вида борьбы. Это большой плюс для Узбекистана, ведь в таких масштабных международных соревнованиях продвигаются узбекские национальные спортивные игры. Думаю, что проведение азиатских игр будет способствовать развитию и продвижению не только спорта, но и взаимного сотрудничества и культурного развития нашей молодежи.